Итак, к нам приехал на ремонт Mercedes Аксор. Какого года, я не знаю. Ну, наверное, года, наверное, 13-го, судя по всему. 12-го. С какой проблемой? Кидает маслокомпрессор. Это частая проблема в двигателях этого плана. ОМ-457 ЛО. Да. То есть на КАМАЗах, который стоит, на этих Аксорах. На Мерседесах Аксорах. На Мерседесах, да. То есть, ну, и звонят люди тоже, спрашивают, почему компрессор. Поставили новый компрессор, опять не гнул. Новый компрессор. Чуть-чуть поездил. Гильза поршневая, все, умирает. Компрессор. В чем проблема, да, компрессора? Ну, соответственно, мы что смотрим? Смотрим здесь масло, да, вот здесь вот. Увидели масло, открутили мы фильтр. Влагоосушители. Вот этот вот. Видим, тут тоже масло, вот, вот здесь вот видно, видно. Это масло. Соответственно, кидает компрессор масло. У нас, понимаем, что у нас гильза поршневая, там стертая. А теперь? Стертая, это в плане, там тоже хон, как и... Да, на... ну, можно сказать так, да, и кольца, и могут быть задиры. Основная их болезнь и причина этого выхода из строя — попадание туда песка. Что туда попадает? Вот эта трубочка, которая стоит здесь в раме. Вскрыли, смотрим. Вот здесь смотрим. А отсюда она выходит? Вон там внутри песок. Если посветить туда, вот здесь прям видно пыль и песок. Угу. Вот, ну, при свете будет хорошо видно. Ну, то есть сразу, да, дергиваем, смотрим. Если там пыль, значит, надо искать, где у нас подсасывает песок. В данном случае вот он. Отверстие. Технологическое. Лишнее. Через которое, соответственно, в компрессор попадает пыль, грязь, песок и так далее. И стирает всю гильзопоршневую группу. Эту. Ну, компрессора. И компрессор начинает стирает кидать масло. Его. Соответственно, да, начинает масло кидать туда. Но я так понимаю, это не только для компрессора, это может и на гильзопоршневую двигателя? Да, на гильзопоршневую, конечно, тоже. Там уже герметично хреновое, попадает туда всякий песок, также в двигатель. Ну, меньше, но компрессор больше на себя берет. Но когда он отключается, также может турбина подсасывать к себе. Она именно в одном и том же месте где-то? Или... Ну, чаще всего, да, вот здесь. Вот она вот здесь на сгибе. Но опять же, тут два есть варианта. Если впускной коллектор тут стоит, ой, воздушный фильтр. Угу. То есть здесь стоит, то она вот эта длинная сюда идет. Бывает, что стоит вот здесь вот. То есть здесь меньше проблем, но также есть проблема. Вот перетираются вот эти две трубки. Угу. Сапунная и вот это также на компрессор. Они между собой тоже трутся, если здесь плохо загерметично. То есть тоже как избавиться от этого? Надо усиливать как-то? Ну, никак. Мы в данный момент ставим новую оригинальную и просто хорошенько захомутываем, чтобы она не болталась. То есть она вот от вот таких вот вибраций. Угу. Так, ну что, нам надо убедиться, что компрессор... Компрессор, да, сейчас снимем компрессор, разберем посмотрим. Его, посмотрим. Так, ну что, значит, мы снимаем компрессор. Здесь как бы, да, у нас все сухо, масло как бы, ну, турбина не кидает. Ну, еще параллельно мы сняли топливную на проверку. Ну, и тут уже жаловались на плохо тянет двигатель. Мы просмотрели, по гильзам все хорошо. Топливную дали на проверку. Его отремонтировали. Сейчас нам принесут, будем все ставить. А компрессор, компрессор этот, если он пришел в негодность, скажем так, вышел из строя, то есть гильза поршневая умерла, то они не ремонтируются? Или? Гильза поршневая, ну, это делают, конечно, люди, но это он того не будет стоить. Он будет тех же денег, что купить, я не знаю, хотя бы какой-то, ну, не оригинал, пускай, да, оригинал он дорого стоит, но хотя бы какой-нибудь заменитель. Угу. Более-менее нормальный. Турецкий там, ну, вроде ходит. Опять же, все там могут хаять все эти, да, там, турецкие, говорить, плохо работает и все такое. Ну, конечно, если вы не устраните эту проблему, они у вас любой, даже оригинальный, он долго не проходит. Угу. То есть, если там кто-то уже... Купил там дешевенький, да, поставил, и потом всему свету кричит, что он плохой, у меня там месяц отработал, и все, и сдох. Ну, а сдох по той же причине, потому, ну, который умер у него оригинально. Угу. Не все. Тут, в принципе, компрессора, ну, если, конечно, не совсем прям галимый Китай, ну, турецкий, в принципе, какие-то ходят. Давай снимать. Откручиваем трубки на охлаждение, антифриз, да. Здесь... Топливные трубки мешают снять одну голову на месте, чтобы их не трогать, снимем полностью. Ну и также, если стоят в контрсекции, это все будет мешать.
ЛД-секции, если будут стоять, тоже будут включать. Да, они трубки стоят вот здесь вот, то есть тут, ну, не подлезешь, тут его надо снимать. Значит, снимем компрессор полностью. Сначала откручиваем ГУР, насос ГУРы. Два болта, а он на компрессор один болт. Вот здесь один болт, про него просто многие его не видят, не замечают. Он такой вот длинный. Спрятано. Он такой длинный, да. Два снизу компрессора и один вот с этой стороны. Вон стой. Под сапуном. То есть снимаем сапун и откручиваем тот болт еще. Так, снимаем сапун. Масло есть? Да, ну, там, как ни странно, но он всегда у всех есть. То есть у него вот сюда вот попадает, вот сюда попадают картерные все газы. Угу. А, то есть здесь мембранка, через мембранку воздух туда уходит, а картридж пластмассовый стоит, по нему должно стекать масло сюда вниз. И сюда вот и через этот клапан стекает туда в поддон. Угу. Но он, видимо, он плохо справляется с этой функцией, и все равно туда... Поэтому в трубку. Куда едет? Все время масло все равно находится. Ну, все, маслянистое. Важно. Вот эти вот болтики не перепутать. Вот эти. Эти два болта от этого ГУРа, насоса. Угу. Эти от компрессора. Они чуть-чуть покороче. Пол-сантиметра. Если перепутать, вкрутить этот туда, можно сломать он ту заднюю крошку. Тогда прикручиваешь ГУР. Вообще идеально, да? Чистенький, хорошенький. Ну, да. Но вот здесь вот видно, что все стерто. Здесь, видишь, уже. Это вот уже пролысины такие? Да. То и есть он просто лысый. Ну, то есть без конингов, без ничего. А, вообще отсутствует. То есть он должен быть кон. Видно выработка. Вот давай сейчас я другой принесу. Ну вот второй компрессор принесли, там видно. Не, полоски это отсюда видно. Что он есть, тоже нет, как бы подусаженный. Ну, а здесь вот вообще. Эти вот полоски, вот эти вот, вот эти странные. Так, ну вот я и здесь царапины вижу. Они вот эти прорванные, то есть тут машина. То есть вот он начинает кидать. Забрать, еще могут быть проблемы с колечками и так далее. Ну, вот здесь вот видно масло. Вот здесь у нас получается на голове, да, тоже масло все. Ну и здесь только не должно быть. Здесь уже клиент сам выбирает, какой ему правильно поставить. Ну да. В принципе, отзывов много в интернете можно найти. Можно получить рекомендации у специалистов, конечно, но это уже... Ну,
рассмотрю. С прокладочкой. Дела. Может, крупным, что здесь мы шайбочки новые поставили. Покажем. Здесь штуцера, да? Они в комплекте, что ли, или три? Болт вот этот длинный здесь стоит тоже неспроста, чтобы его потом просто куда не поставишь, этот болт. Ну, это только мозги снимать. То есть внедрять вместе с болтом. А, ну понятно, он же длинный. Да, длинный, потому что потом мозги мешают, чтобы его внедрить. Если кому-то покажется странным, герметиком я там не смазывал. А надо было? Нет. Просто обычно снимаешь компрессора, вот, ну, либо вообще что-то лезешь, в ремонт делаешь, столько герметика наложит, намажет. Ну, либо они на старые прокладки ставят, может быть, либо это уже все, это болезнь. Герметика зависимые люди. Ну да, мы частенько в видосах про двигатели. То крышка какая-нибудь, то еще там. Ну да, ладно, там, ладно, такие там прокладки где-то, ну, подмазал, да, там не уверен, подмазал. А когда резиновые еще смазывают герметиком, ну это же прям, не знаю, перебор. А вдруг потечет, да? Угу. Хочется себя перестережить. А то, что этот герметик попадет и что-то забьет, это же доказать еще надо, да? Все, нам осталось все закрутить, трубки вставить, поменять все фильтра, поставить топливную, и машинка благополучно уедет, правильно? Да, ну еще эту трубку. А, ну и трубку новую поставить. Итак, у нас вот новая трубка. Трубочка. Устанавливаем, а здесь уже фильтра, прокладки. Будем внедрять. Внедряй. Ну, я хочу сказать, что она как бы такая, если жиденькая, да, то есть, ну, что-то оригинальное, что это не оригинальное. Это тоже оригинальное. А, это ваш оригинал. Она, в принципе, такая прям жиденькая-жиденькая. Если будет где-то чуть-чуть вибрировать, Абраму какую-то другую трубку тереться, то ей будет... Опа, это точно. Что, собственно, и происходит. Это защелки, да? Вот такое вот коротенькое у нас видео сегодня получилось. Надеюсь, оно для кого-то будет полезным. Так как автомобили, на которых установлен двигатель ОМ-457 Mercedes, достаточно распространены в России. Это непосредственно КАМАЗ-5490 и Mercedes Аксор. Поэтому всем спасибо за просмотр, не ломайтесь, всем удачи, до новых встреч!